У кого елочка получится круче, тот получит приз. Хочу сделать елку в игровом стиле. Правда красивая. Я не хочу приз утешительный, я хочу победить. Если ты хотела быть первой, не обязательно было подставлять родного брата. Браво! Браво, браво! Где ты научилась такой песне? Это я с Дина выучила. Да, Дедушки Мороза. Супер! Смотри, мама, если отсканировать 3 бутылочки, то Дина нам покажет свою новогоднюю елку. Классно! Я вам тоже кое-что приготовила. Вау! А это Деда Мороза? Я решила, что в этом году у каждого из вас будет своя новогодняя елка. И мы устроим конкурс. Какой конкурс? На лучшую новогоднюю елочку. Вы должны каждый своими руками сделать новогоднее украшение и украсить елочку. У кого елочка получится круче, тот получит приз. Класс! А что за приз? На конкурсе и узнаете. Вот ваши елочки. Конкурс завтра в 12. Я уже знаю, как выиграть. Украшу свою елочку с Дином. Ха! Йогурт ты на елку, что ли, повесишь? Нет! Ты что, не знал? В каждом йогурте есть 3D-игрушка для елочки. Нет, у меня другая идея. Я в этом году играл в разные крутые игры. И хочу сделать елку в игровом стиле. Геймерскую. Ой, ну как хочешь. Начну с них. Ой, маловато. Мне надо больше. Ластишки, а еще гирлянду и снег. А мне моя елочка нравится. Но мне тоже нужны гирлянды и снег. Тебе мне не победить. Подава будет мой. Ха! Ага, как же, малявки меня не обыграть. Нарисую еще одного бравлера. Серпантина и гирлянду. У меня тоже серпантин. Последний штрих. Гирлянда. Все, готово. Моя елка.
елка будет самая лучшая на конкурсе. Правда красивая. Так нечестно. Ты старше меня и лучше можешь руками своими делать. А я еще маленькая. Ха, не бойся, я дам тебе подержать свой подарок. Устал, пойду спать. Завтра меня еще столько впечатлений ждет. Победа, подарки, аплодисменты. Эх, Дина, жаль, что ты живой. Дина, как мне делать елочку красивее? Я тоже пойду спать. Ну что, Соня, просыпайся. Через 2 часа мама объявит победителя конкурса. Пошли завтракать. Эх, у меня нет шансов на выигрыш. Ну что, проснулись уже, Сони? Давайте, завтракайте и умывайтесь. Мам, ты готова к конкурсу? Конечно! Сегодня в 12, как и договаривались. Вы еще успеете доукрашать свои елки, если не успели. Поля, а что это ты такая расстроенная? Да она проиграть боится. Поля, это правда? Не переживай, у меня есть утешительный приз. Я не хочу приз утешительный, я хочу победить. Полин, ну нужно понимать, что не всегда удается быть первой. И не расстраиваться, если ты не победила. Вот и хорошо, что ты все поняла. Готовьтесь и будем делать конкурс. Да, Полина, мама правильно говорит. Не всегда же надо быть первым. Тебе все равно не сделать лучше, чем я. Что? Полина, что ты сделала? Это не я. Если ты хотела быть первой, не обязательно было подставлять родного брата. Это правда не я. Ну что ж, ребят, я рада, что вы так старались. И рада объявить победителя. Я рада объявить, что первый приз получает Сережа. А Полиночке достается утешительный приз. Я выиграл. Это же Полинина елка. Она их поменяла. Жаль, что кот похрыз одну елку. Но утешительный приз у нас тоже крутой. Кот? Какой кот? Ну ты же знаешь, что наш мускат неравнодушен к гирляндам. Кто-то из вас оставил елку на столе и не выключил гирлянду. А вы же знаете, как наш кот любит гирлянды. Он вылез на стол и погрыз елку. А, мускат, ты что? Я его прогнала. Ну и что ты наделал? Я думала, вы все поправили. Ну вот. Вот, Сереж, поздравляю. Забирай свой подарок. Спасибо. Полина, что ты сделала? Это не я. Если ты хотела быть первой, не обязательно было подставлять родного брата. Прости, мам, у меня дела.
Алин, прости, ты поступила как настоящий друг. Это твой подарок. Мир? Мир! Учитесь поддерживать друг друга. Как ты думаешь, чья елка круче? Напиши в комментариях. Обязательно подпишись и посмотри наше следующее видео.